Привет всем подписчикам канала Уральская усадьба. Сегодня будем производить монтаж теплицы арочной 3М. Разгрузились. Разложились. Здесь будет стоять теплица. Там обшиваются торцы. Закончен монтаж теплицы арочной 3М. Габариты теплицы 3 метра в ширину, в длину 6 метров. Шагом метр можно сделать любую, хоть 100 метров. Фундамент теплицы брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Поликарбонат 4 мм 0,75 плотности на латра. 14 лет срок эксплуатации. Теплица свалена с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, в торцах дверях 20 на 40. По торцам по всему периметру стоит уплотнительная резинка в избежание щелей лишних. По всему торцам и поликарбонату защита сот перфолента и профиля. Этот торец, дверь с форточкой, нужно открывать отдельно форточку и вместе. Замки нового типа. Дальний торец глухой с форточкой. Теплицы установлены укосины для большей жесткости конструкции. И колышки забиты в землю более чем на полметра. Теплица стояла надежно, защита от ветра. И еще клиент заказал дополнительно 12 прогонов по 6 на каждую сторону вверх. Дополнительно во избежание нагрузки снега, хотя смысла нету. Теплица надежно держит снег спокойно. Все надежно, качественно. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, нажимайте колокольчик. Вопросы задавайте, ответим на все. Все, всем пока.